Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю бутербродики быстрые и легкий салатик к ним. Для начала, вот у меня тут листик я уже приготовила, духовку включила. У меня греется духовка. Я взяла, значит, хлебушек. Можно любой хлебушек. Пшеничные, с муки второго сорта. У меня хлебушек вот ржаной, поддовый. Вот такой вот нарезочка. Он плотненький, такой хороший. И я взяла грудинку. Можно бекон, но грудинку я хочу делать. Грудинкой сырокопченой. В тарелочке у меня здесь смесь. Значит, вот кетчуп я налила, горчица и майонез за два вида. Вот все это мы перемешаем. Вот так перемешиваем. Тщательно. А кетчупа мало оставалось, я его горчицы мало, чтобы все это сюда в дело пошло. Поэтому бутербродики сделаем такие. Вот я это все перемешала. И будем смазывать наш хлебушек. Вот аккуратненько уберем наши пластики. И начинаем вот так промазывать. Вот так промазываем каждый кусочек хлебца. Ложим и сюда же ложим наш кусочек грудинки. И так каждый кусочек мы промазываем и сверху ложим грудиночку. Вот так промазываем тщательно, хорошо. Вот смесь вот такая вот у нас получилась. Вот, красивая. Ложим и сверху пластик. Вот так. Да, подальше. Промазали мы наш кусочек, каждый кусочек этой смесью. Листик у меня сухой, я масла не надо, не наливайте. Несем нашу разогретую духовочку, ставим на минут на 10, наверное. Посмотрим, духовочка наша вот разогрелась. Вот у меня 150, ну прибавлю так еще на половинку, 170-180 градусов. Идем. Нарежем. В это время мы попробуем нарезать наши огурчики. Берем огурчик какой-нибудь поплотнее, потолще выбираем. И нарежем его. Нарежем его наискосочек. Будем резать вот так вот тоненько. Вот так пластиками. Вот такими пластиками. Тоненькими наискосочек. Так. Постарайтесь тоненько, конечно, а то будут наковалки. Вот такими кусочками. Порезали мы наши огурчики. Будем ждать, они будут ждать своего часа. Здесь у меня это, в вазочке вот перчик. 3 помидорки и 2 яйца. Мы сделаем салатик, пока у нас там духовка включена. Мы сейчас побыстренькому делаем. Так, нарезаем помидорки наши. Буквально. И ложим сюда аккуратно. Вот так положили. Вот. Накладываем. Итак, продолжаем наши помидорки. Нарезаем вот так крупно, вот такими долечками. И выкладываем. Так. И еще одну помидорку. И вот сюда положили. Вот так вот сверху. Вот. Берем яйца. И тоже вот так вот на четвертиночки мы их. Тоже аккуратненько вот так выложим. Так. Оп. Вот так. Так. И еще одно яйцо. Так. Так выкладываем их аккуратненько. Оп. Куда ты выпала? Яйцо куриное. Вот перчик наш. Берем перчик, а мы его покрошим вот так, соломкой, мелко-мелко.
тоненько и крошим. Пальцы бы себе не открошить. Наши то острые. И сверху присыпаем. Прямо вот так вот. Вот сверху. Вот так присыпаем. Присыпаем. Дорезала я наш перчик. И вот так вот тоже по краешку рассыпаем его. Берем по краешку, по краешку. Яичко наше. Прикроем яйца, чтоб не оголялись. Так, убираем в сторонку это. Нам это не надо уже. Вот здесь у меня стоит масло. Можно было посолить сверху и полить маслом растительным. Ну вот у меня осталась смесь вот от бутербродов еще. Я просто ее сверху полью. Солить я не буду, потому что здесь уже все соленое. Вот так вот. Раз. Аккуратненько. Вот так. Это все выкладываю. Эту всю нашу смесь. Так. Выскребаем все тщательно. О, чтобы у нас ничего не оставалось. Так. Пальчиком. Так. И начинаем маленечко. Не будем перемешивать. Салат будем перемешивать. Уже перемешаете, когда будете кушать его. А сейчас просто вот его сверху. Вот нашей заливочкой. И распределили вот так вот. О, по всему салатничку. Вот так. Посмотрим наши, как там поживают бутербродики. Ну вот, хватит им там стоять. Вот они какие у нас хорошенькие. Прикрываем, выключаем и выкладываем наши бутики. 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 И выкладываем вот сюда. О, аккуратненько. Ой, какие красивые. Румяненькие. Не надо, чтобы прямо груденька зажарилась. Не надо. Она будет мяконькая. Она маленько вот сок дала. Жирок выпустила свой. Будем выкладывать. Сюда. Распределим их. Это хлебушек такой вкусненький. Вот сюда мы распределим. Так, сейчас мы попробуем. Вот так. Чтоб наши все бутербродики-то вошли. Сюда тебя. Вот сюда. Какие у нас бутербродики получились. Вот, берем их, несем сюда. Так поставили на стол. Теперь сверху вот у нас нарезанные огурчики. Мы будем с вами сверху накладывать наши нарезанные огурчики, пластики. Выбираем какие покрасивее. Так, где у нас большие? Вот. Делаем так, вот так. И выкладываем все. Большие. У нас огромные. А, пластики. Пластички. Где у нас еще огурцы? Огурцы мы еще наложим. Еще огурчики остались. Мы их все разложим. Это мы уберем. Это нам не надо. Ну, где у нас еще? Давайте-ка так мы еще раз делаем. Так еще делаем. Малипуську сюда. Так делаем. Так еще сделаем. О, у нас будут какие красивые. Малипусики. Ну еще где малипусик? Ка мы вот сюда еще один положим. Сюда положим. Ну все. Это откладываем в сторону. Вот у нас тут у меня нарезанный лучок. Можно укропчик.
Ну, я порезала лучочек мелко. И вот так сверху начинаю присыпать наши бутербродики. Присыпаем. Солить не надо, потому что грудинка соленая. На ней прямо голимая соль была. Ну, можете присыпать только сверху вот на огурчики. Вот. Присыпаем вот так вот. И сюда присыпаем. Ой, как у нас будет. Аромат такой идет. О, обалдеть. И не встать. Огурчиком, беконом, лучком пахнет. Всю жизнь бы мечтала о таком. Сидел бы и ел. Счастье наше. Можем сюда еще на салатик сверху вот так присыпать. О, лучок у нас остался. Присыпаем. Витаминки надо есть. О, присыпали. Все. Отставляем в сторонку. Все, наше блюдо готово. Вот. Такие у нас бутербродики получились. Вкусненькие, красивые. И салатик. Все, блюдо готово наше. Пока-пока всем. Пока-пока.